Пока мы едины, мы непобедимы! Карпат до Тихого океана вновь сосредотачивается, вновь возвращает свои традиции, свои территории и возвращает своих людей. То, какой быть русской цивилизацией, зависит от нас с вами. С праздником! Наше мероприятие посвящено как раз единству. Когда возникает сложная экстремальная ситуация, всегда возникает чувство сопричастности по отношению к другим. То есть люди объединяются, люди стремятся к тому, чтобы узнать себя лучше. Русский мир – это мир через культуру. Мир через культуру, потому что культурные связи – это в первую очередь. И вот как раз сегодняшнее мероприятие, оно наглядное тому свидетельство. Мы как раз стараемся сохранить вот эти культурные традиции, песни, танцы. Это все очень важно. Мы более обостренно чувствуем вот это культурное единство. Культурное единство. Вот, что более обостренно чувствуем, это притяжение очень мощной культуры. Пока мы храним традиции, пока, в общем-то, мы живем, потому что, в общем-то, жизнь человека коротка, но всегда он обращается к той истории, к тому времени, которое прошло, и к тому времени, которое будет. И это время объединяется в его жизни, прошлое, настоящее и будущее. В то время, когда мы жили в Украине, нас немножко, можно сказать, гнобили, потому что нас заставляли учить разговаривать на том языке, который не был нам родным. Потому что считается, что родной язык тот, на котором ты думаешь. Вот мы, люди, которые жили в Донецкой, Луганской области, мы все разговаривали на русском языке и думали на русском. И когда вот случилось такое, что случился такой переломный момент в 2014 году, когда мы сами, то есть люди восстали против того, что уже все надоело. То есть мы захотели все домой, захотели домой в Россию. Русскую цивилизацию формирует, русскую идентичность вообще, принадлежность к русскому миру формирует культура. Формирует литература, формируют традиции. И воспитывать молодежь, предотвращать правонарушения в молодежной среде без культуры невозможно. Поэтому для того, чтобы мы получили граждан, преданных русскому миру, преданных Луганской Народной Республике, без культуры тут не обойдешься. И в День народного единства как раз очень актуально, когда русские традиции, русская культура, русская этника, они подаются молодежи в доступной для них форме и интересной.